видим, что у нас степень у десятки положительная, и у нас уже было правило, но давайте я его повторю. Если у десятки степень положительная, то мы двигаем запятую вправо, вправо, вправо. Настолько знаков, сколько нулей. Так, нет, здесь у нас не нули, здесь у нас степень. Настолько знаков, какова степень. Итак, здесь у нас три, степень 3, значит, у пятерки должно быть 3 нуля. Раз, два, три. Здесь у нас степень 2, значит, мы запятую должны сдвинуть на 2 знака. Можно прям попрыгать. Раз и 2. Я вижу, что вот здесь у меня пустое место, надо приписать нолик. Будет просто 20.